الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات. Сегодня у нас с вами будет последняя буква изучения, последней буквы арабского алфавита. И опять я с вами Ум Малик. Иншаллах, мы сегодня завершим изучение букв. Правила на этом не заканчиваются. Поэтому, если буду видеть отклик по вашим комментариям, по вашим лайкам, да, что вы хотите продолжения, иншаллах, буду продолжать делать такую серию уроков. Сегодня буква твердая буква ВЛО, она схожа по произношению с предыдущей буквой ДАЛЬ, но ДАЛЬ был мягкий вариант. ВЛО, согласовками у нас ВЛО, ВЛЫ, ВЛУ. Важно не округлять, да, не говорите ЛО, то есть такая частая ошибка. На суккуне она у нас протягивается ЛУ, ЛУ. Да, то есть не АЛ, это будет неверно. Итак, читаю примеры. Перед тем, как прочитать примеры, хочу обратить внимание на написание. Да, то есть у нас идет как бы такой, как капелька, да, и перед ней пишем такую палочку. Так как у нас в конце тоже есть такое продолжение, да, так как хвостик такой. Поэтому если мы соединяем с последующим, уже за этот хвостик цепляется. Если у нас есть предыдущее соединение, да, то может писаться таким образом, да, и затем только эта палочка. Или еще бывает пишут вот так, просто линию, а потом уже на ней пишут букву по-разному, да, главное, чтобы и не забываем точку выставлять, чтобы было буква В, а не ПО. Читаем примеры. Ван, выль, фау, хау, ау, ляу, вафару, навару, хавару, вамару, валяв, Айлам, Навму, Вальфу, Вильфу, Хиллю, Вульму, Вухру, Элхару, Элфару, Мелхару, Менвару, Мулхир, Мулим, Вахара, Елхару, Невара, Янзуру, Валяма, Явлиму, Интавлама, Янтавлиму, Истявлама, Истявлиму. Читайте, прописывайте, смотрите примеры на эту букву. Можете смотреть примеры из Корана и на другие буквы, так как мы все выучили, конечно, правила еще не учили, но можете уже начинать потихоньку искать хотя бы буквы, да, для тех, кому интересно, вот в этом направлении. Вот. Ну, и далее буду ждать вашей поддержки в том, продолжать ли брать другие правила. Да, если поддержка такая будет, без нуля продолжу. Была рада поделиться знаниями, да, и без нуля встретимся с вами на следующих уроках. Буду ждать от вас комментариев. Джазакум Аллаху хайран. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته